Наш собеседник, член международного жюри, режиссер-аниматор из Эстонии Рао Хейдмец. Рао, в этом году исполнилось 100 лет российской анимации, и в этом году 100 лет эстонскому кино. Да? И скажите, пожалуйста, сколько лет вы занимаетесь анимацией? 100 лет. 100 лет, прекрасно. А если серьезно? Если серьезно, я занимаюсь 83-м году. Да, занимаюсь. 30 лет, почти 30 лет. Вот, тоже юбил. Скажите, и кем вы себя ощущаете? Потому что вообще аниматоры считаются такой особой кастой в кинематографе. Вы себя ощущаете заигравшимся ребенком или пророком и мудрецом? Знаешь, это хороший вопрос. Я каждый день думаю об этом вопросе, кто я. И я думаю, что надо искать себе какую-то работу. А и кем же вы стали, если бы? Дети все время спрашивают, папа, когда ты начинаешь работать. И кем бы вы стали, если бы вам сейчас пришлось сменить работу? Точно не знаю, надо... Ну, я молодой. Никогда не поздно изменить свою жизнь, правильно. Хорошо, а если шире взглянуть, вот вообще анимация – это все-таки иносказательное кино? Это некая притча или это вот сказка для детей? Тоже чувствую, что виноват. Я для детей очень мало сделал, но ты можешь редко сделать фильм. Один фильм 10 минут, ты сделаешь где-то 2 года. И очень внимательно ты думаешь, что сделать. 2 года из своего жизни – это длинный период. И сделать для детей – это, ну, думаю, что может быть следующий фильм. А теперь хочу что-то такого серьезного, что-то сказать в мир. Ну и поэтому все такие фильмы у меня такие дурацкие, серьезные и, ну, такие, ну, как сказать, не черный юмор, а такой абсурд, черный юмор, что-то такого, которого действительно сам хочу сделать. А я думаю, что не все аниматоры нельзя работать для себя, надо для детей делать тоже фильмы. Поэтому, что если сегодня посмотришь телевидение, действительно, дурацкие фильмы для детей. Действительно, по-моему, дурацкие фильмы. А когда я был вот такой, тогда были интересные. Может быть, это мой проблем. Может быть, сегодня у этих... таких проблем нет. Да, таких, потому что они не знают, что мы видели немножко хорошее, да. Скажите, а почему кукольная анимация не рисована? Это тоже хороший вопрос, потому что... Конечно, рисованная анимация интереснее, а ты должен рисовать. Если не умеешь, тогда надо сделать кукольную. Спасибо, Рао. Спасибо.